день, уважаемые подписчики. Мы сегодня находимся в поселке Стрелка, ЖК Встречный. Сегодня мы сдаем наш дом 60 квадратов нашим уважаемым жителям, которые сейчас вот уже подошли к нам. Буквально 2 минутки. Подходите, пожалуйста, здравствуйте. Мы хотим вас поздравить, подарить вам вот такие замечательные шарики. Вот такое замечательное полотенце с нашим логотипом «Стройгарант Анапа». Наш сладкий подарок, конфетки и классные, замечательные подарочные сертификаты на посещение спа и бассейна и скидочку «Каскавс медицинский центр». Это все вам. И вот такой вот брелочек с нашим логотипом «Стройгарант Анапа» для ваших ключей. Это все вам. Прошу, проходите, пожалуйста. Жильцы, вперед. Ваш новый дом. Поздравляю вас еще раз. А расскажите, пожалуйста, как вы нашли нашу компанию «Стройгарант Анапа»? Мы, соседи через огороды, давно наблюдали вообще, как изначально мы сюда приехали, как начали строиться, как первый дом, как все закладывалось. Было интересно, наблюдали, что качественно строится, не просто так, что пришли, построили коробку и ушли на следующее, а очень хорошо. Ну и потом начали постепенно с вами потихоньку знакомиться, узнавать все это, и нам очень это понравилось, и вот решили приобрести у вас жилье. Вы купили дом в предчистовой отделке. Какие планы на будущее? Что вообще вы планируете здесь делать? Какие цвета? Что вот? Конечно, все в белых цветах будет. Потому что тут светлое, оно как-то все красивее в этом. Солнечная сторона, все играет красками, чтобы было все беленько. И вообще домик, он выполнен в бело-сером цвете, и не хочется там нарушать какие-то, добавлять краски цветные, все тоже хочется в едином акценте сделать. Все замечательно. А почему именно вот вы житель поселка, получается, Стрелки, вам здесь нравится, вы никуда не хотите уезжать, то есть вы хотите здесь жить? Ну, потому что мы здесь родились, здесь мы работаем. Работу, в принципе, можно найти, потому что каждый найдет для себя. Где сгодился, там и родился. Вот. Здесь все недалеко. Здесь есть рядом школа, есть садик. Ну, если кто будет на дальнейшем потом детки, все будет удобно. Также все это рядом магазины. Сейчас это все в доступности. Не надо куда-то там ехать в город. Как раньше мы ездили в город, сейчас «Магнит» рядом, «Пятерочка» рядом. Также администрация, МФЦ тоже это находится, ну, практически на соседней улице. Вся инфраструктура развита, все это доступность, и буквально несколько шагов, и вы уже, получается, да, находитесь в центре, и все для вас доступно. Надеюсь, дальше будем расстраиваться, может быть, вы приобретете еще один дом у нас. Конечно, я уже думаю, сейчас одну закроем, вторую откроем. Все классно, все здорово, спасибо большое. Татьяна, расскажите, пожалуйста, как вы представляете себе вот эту вот площадь? Здесь кухня, здесь гостиная. Как вы вообще планируете здесь расставить все? Да, наверное, как и все, стандартно. Здесь кухня, здесь диван, вот уже место для телевизора, которое, ну, все как-то стандартно. Еще такая большая площадь. Ну, мне кажется, по-другому никак. Здесь стол посередине. Как вам кажется, это намного удобнее, чем ежели раздельно кухня, раздельно гостиная? Нет, это очень удобно. Очень удобнее, да, намного удобнее. Больше места, потому что вот это перегородки, они совершенно не нужны. А кухню как вы планируете? Угловую сделать или просто прямую? Прямую. Прямую кухню, да, хотите? Без всяких вот этих углов. Мы сделали индивидуально, перенесли лестницу, потому что у нас получается здесь, если ее открывать, по заказу Татьяна попросила ее перенести сюда. Если она открывается, она мешает, как бы... Да, встроенный шкаф, ну, такой под зеркало, и она будет мешать спуску. Поэтому по индивидуальному проекту попросили. Без проблем, заменили, обратились, все у нас поняли, все принесли, как мы хотели. Да, в свою очередь я попросила Илью прораба, он как бы без проблем, буквально за 2 дня все это перенесли, все это сделали. Хотя у нас уже здесь как бы, ну, уже была лестница, да. Познакомьтесь, пожалуйста, это наш самый главный прораб Илья, Татьяна. Сергей, задавайте вопросы, те, которые интересуют вас.
4 снежных, 5 лучей с террасы, 5 лучей с подоконника. Да. Поздравляем. Поздравляем. Татьяна, расскажите, пожалуйста, про приусадебный участок. Есть ли какие-то планы вот прямо сейчас, перед тем, как начнете даже дом делать? Хотели бы что-то сделать? Конечно, застелить плиткой двор, красиво все это, благоустроить, чтобы было комфортно. Тут навесик делать. Я смотрю, там у людей так же делают, красиво все. Ну и сзади сделать навесик, там мангальную зону, чтобы все было красиво, уютно. Все, на шашлыки нас пригласите? Конечно же. Все, замечательно. Я желаю вам счастья в этом доме, чтобы было все хорошо и все замечательно. Мне очень понравилось вам сотрудничать, потому что я звонила не первый раз. И вот потом, когда напала на вас, и случайно, вообще даже не хотели мы приезжать. Мне мама говорит, давай поедем все-таки. Ну, вы так ответили, хорошо, все, сразу прислали мне прайс, ну, как бы все такое, сразу как-то информацию скинули. И мама говорит, давай. И все, вот как вас увидели, и все. Спасибо большое. И надеюсь, дальше будем и сотрудничать, и дружить, и жить, и все остальное. Поздравляем вас с покупкой дома, чтобы было все хорошо, все замечательно. Обязательно. Ждем приглашения на шашлыки. Конечно. Спасибо. Вы видели счастливые лица наших покупателей. Им, конечно, очень много понадобится времени еще доделать дом, но, тем не менее, они очень счастливы, и я надеюсь, что у них все их мечты сбудутся. Подписывайтесь на наш канал, приобретаем у нас дома. Кто хочет переехать на юг севера, я сама переехала с Красноярского края и очень довольна жизнью здесь. Все классно, здорово, у нас несколько ЖК, поэтому смотрим наш YouTube-канал, подписываемся и звоним нашим менеджерам, ответят на все вопросы и замечательные домики приобретаем в нашем «Стройгарант» Анапе. Всем пока! Сертификаты жильцам коттеджных поселков предоставлены фитнес-центром «Море». Это фитнес и спортзал, бассейн и сауна и много различных спа-процедур. Ближе к цели вместе с морем.